Нормально. Сегодня первый, после первой кормежки поел, все нормально, покакали, сформированный кал. Ну, понятно, сверху 10. А этот черный слизью покакал. Вот именно этот. Потом стала его кормить уже в обед. Поел, и тут же, получается, фонтаном жидкость и свертый белок, как из-под молока, и черные сгустки. Вот он что-то пищит, лежит, пищит. Я думаю, зубы только начинают резаться. Я же не знаю, мы их нашли. Ну, недели три есть. Я так думаю, может даже четыре есть. Вот на рис и на торт, чтобы успокоиться. Это все потом брал один бокальчик. То есть он же сейчас антибиотики что-либо назначил, слишком мало. И живот тут воду, что ли, там газ обзавал. Немножко можно идти. Норме до 14-15 лет. Да, прям четвертинку я устал. Опа. Вот так мы как-то. Надо немножко массировать, чтобы уходило все это. Бери руку, я снимаю ребенка. Ребенок накакал на нашего любимого врача. Лаки. Лаки. Лаки, ты что, тебя за такие дела не это? Не нахлобучили? Ну ты мой мальчик. Это я, привет. Они есть ли питание для корма, допустим, от месяца? Вегетатива не хватает переварить. Вот сгустки молока. Я сейчас их прикармливаю тоже детской кашей. С этими агушами, вот этот мясной пюре. Ну, это сейчас корм. Если посмотреть, а трех недель, если есть, пошли, еще... Вечерний ужин. Что у них там? Паштетики теперь пошли. Паштет для щенков. Баночка почти 200 рублей. Разваленная теплая водичка. Че, тебе тоже паштетику надо? За 200 рублей. За 200 рублей. Надо. Как услышала 200 рублей, захотела паштетик. Уже играются. Но они играются. Большой. Сегодня был в больнице. У него нехватка ферментов. То есть молоко... Все-таки детское не подходит, поэтому нужно кормить специальным сбалансированным кормом. Это специальный корм, не буду говорить марку, но для щенков. Именно вот когда в период отъема от матери. Лаки сегодня обкакал у нас врача всего с ног до головы. Врач был очень рад. Да, Лакуш? Ой, что-то мокрое есть. Иди, кушай. Иди давай. Все, уже наелись, что уже, который больше лука, уже рычать начинает. Да, Лука, покажи, как рычишь. А, Лука. Лика рычит хорошо. Лику подразнить хочешь. Вон она ест. Лика. Да что ты прям? Да Лика уже знаешь. Заговорила. Отсоски оторвали. А ты что, ревнивица? Линда. Линда, Линда. Все понеслось. Сразу туалет. Территорию перемечает. Ну куда ж ты меня положи, чем ползком? Мама вытрет. Вот так. А доедать кто будет? Ну покушать. Давай. Кушать. Доедать. Вот еще. Вот смотри, сколько осталось. Давай, Лаки, ты тоже. Тебе больше всех надо. Да. А то сейчас Линда быстро у вас все отберет.
Тебе тоже паштетик. Прям паштетик, блин. Ой, паштетик. Как хочется. Ни разу не пробовала паштетик. Ничего себе. Блин, а пахнет он вкусно. Я бы тоже, наверное, попробовал бы. Пока ужин готовится, наверное, тоже чуть не попробовала. Давай, доедай. А подросли уже хорошо. Ну, все, кроме Лаки. Да, Лаки. Ну, не, он тоже подрос, но он как-то больно плохо развивается. Все, он присел. Нет, передумал. Да, Линдусик? А, Линдусик. Пошли поглажу. Пойдем. Иди вставай скорее, поглажу. Вставай, вставай. Вот так вот. Мы гладимся. Вот она встает. Гладимся. Ой, ушки твои, ушки. Ну все, вот такой вот у нас вечерний ролик. Да, приехал я с работы. А, да, это мы доедем, конечно. Ну все, застращали ее. На, можно, на. Все, всем пока.